Сейчас я быстренько вам расскажу, что вам придет, что вы найдете в коробочке для изготовления вот такой вот куколки. Она выполнена в таких сочно-зеленом, нежно-розовом цвете. Образ получился очень весенний, нежный, но при этом умеренно яркий. Думаю, будет отличный атрибут весенней кухни. Ну и вообще, мне кажется, такой беспроигрышный образ. У девочки вот такие вот длинные волосы. Я у своей заплела косичку, ну, в принципе, можно и распущенные сделать, и хвостики, и две косички заплести. Вот на ней вот такая вот шапочка. Девочка одета в леггинсы, на ней платье на кокетке, шарфик, кеды, декоративная пуговичка и вот такой декор на шарфике у нее. Что входит в набор? Шарик для головы уже входит в набор, волосы для куклы, обувь есть. Шапочка готовая. Отличный вариант, если вы не умеете вязать. Все шапочки очень мягкие, очень аккуратно связанные. Такие вот цветочки для декора, для букетика и на шарфик куколки. Ниточки для одежды один цвет и для тела. Пакетик с мелкой фурнитурой, тут пуговички для ножек, пуговички для декора, ленточка, вот если вы видите маленькие глазки на штифтах такие, если у вас нет дома, не окажется под другой акриловой краски или маркера акрилового. Также мы вкладываем вот такое вот маленькое сердечко, деревянную бирочку, ручная работа, ее можно пришить где-нибудь на платьице вот здесь, на шарфик, можно на шапочку приклеить или пришить. Большая иголка входит, длина иголки, ну, практически с мою ладонью, она длиной там 17 сантиметров игла. Дома такие иголки бывают редко, а без нее пришить ноги куклы очень проблематично. Комплект материалов для тела куклы, тут трикотаж, пуговички, дублерин. Комплект материалов для одежды, трикотаж для снуда, леггинсов, натуральный хлопок для платья. Ну и во всех наших наборах есть инструкция, вот такая вот, где подробно рассказано, как сшить такую куклу. Все выкройки тоже распечатаны и готовы. Вот. Поэтому у вас точно получится такая красивая кукла. Все наборы упакованы вот в такую вот коробочку, беленькую, аккуратненькую. Поэтому их... можно смело дарить кому-то. Если вы заказываете на подарок, можете написать нам об этом, и мы завяжем на коробочке красивую атласную ленточку. Можем даже вложить открытку. Единственное, что понадобится дополнительно, это набивка для куклы. Ее можно купить у нас в магазине. Ссылка на нее есть в описании к каждому набору на сайте, если вы смотрите. Если вы покупаете где-то отдельно наполнитель, то вам понадобится на такую куклу примерно 100 грамм. 100 грамм, может быть, чуть больше, чуть меньше. Это уже зависит от руки шьющего, насколько плотно вы будете набивать куклу. У кукол в данной технике ножки набиты очень плотно, умеренно набито туловище, голова с шариком и слегка набитые ручки. Они плотненькие, где кисть, а у плечика практически пустые. Вот такая вот девочка. Девочка весна. У нас почему-то так сложилось, что не очень много кукол брюнеток или рыженьких. На 90% девочки-блондинки. Вот такая вот девочка.